16 июля представители администрации Каспийска и депутатского корпуса поздравили ветерана Великой Отечественной войны Нину Сахнину с вековым юбилеем. Они вручили имениннице цветы, подарки, а также поздравительную открытку от главы города Бориса Гонцова. Главы города, вам пожелание крепкого здоровья, чтобы ваши гены передались вашим внукам, детям, правнукам, чтобы так все равнялись на вас. Отметим, что ветерана со столетием также поздравил президент России Владимир Путин и глава региона Сергей Меликов. Депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов также присоединился к поздравлениям и вручил ветерану памятный подарок. Напомним, что Нина Сахнина в марте 1942 года была призвана в армию. Она была связисткой и почти дошла до Берлина. Прошла войну во многих городах Союза и Европы, обеспечивала связью военные части наступающей Красной армии. С 1947 года она работала учителем начальных классов в школе номер 1 города Каспийска. Нина Ивановна удостоена множеством орденов и медалями Великой Отечественной войны, а также за победу и боевые заслуги.